первых минут матча стало ясно, игра будет напряженной. И «Металлург», и «Агрокомплекс» сражались за победу в чемпионате России. После нескольких нереализованных моментов видновчанам удалось открыть счет только с забитого пенальти. Но гости из Краснодарского края не сдавались. Во втором периоде «Агрокомплексу» на время даже удалось сравнять счет. И все же на перерыв «Металлург» ушел с преимуществом в один мяч. Я, конечно, думал, что будет проще, но, видимо, это финальный турнир, поэтому три лучшие команды этого года. Поэтому в душе я думаю, что будет проще. Но, видимо, немножко переоценили мы свои силы, силы «Агрокомплекса». Молодцы, ребята собрались, борются за третье место. У нас не играет Касьянов сегодня. Взаимодействие немножко сломалось. Три левши и один правша. Ну ничего, сейчас перестроимся. Третий период прошел без забитых мячей, а вот в четвертом Иван Криштоп оформил хет-трик. Капитан команды «Металлург» отметил отличную подготовку и боевой настрой соперников. Нам сейчас не хватало немножко концентрации в первых двух таймах. Я думаю, сейчас тренерский штаб поправит наши ошибки и игра пойдет по-другому. Матч получился очень напряженным и зрелищным и особенно порадовал болельщиков, пришедших на стадион поддержать любимую команду. Остался решающий матч, и выиграем, до чемпионы. Так что все нормально должно быть. Прекрасно вообще. Вот сын пришел первый раз смотреть. Вот. Наслаждаемся, смотрим. Денис Таратутин и Дина Узбекова приехали из соседнего Домодедово, чтобы насладиться игрой «Металлурга». Регулярно, то есть когда видно играет команда, то стараемся посидеть, посмотреть, поддержать такой спорт, редкий в наше время. Зрелищная игра, много азарта. Эмоции через край. Да, эмоции через край. Да. Игра завершилась со счетом 8-4 в пользу видновчан. В субботу за титул чемпиона России «Металлург» сыграет с «Колосом» из Ипатова. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».